Конечно, автономия тогда состоялась 23 декабря 1994 года юридически. К сожалению, в последующем из-за того, что руководство Молдовы всячески игнорировали, я вам скажу, что и не самое высокое начальство, среднее руководство Молдовы, и по сей день они не очень хотят признавать, что есть автономия, что она должна развиваться, что должны, они обязаны этому. И я думаю, что вот такие мероприятия, как и сегодня, они показывают всему миру, и в том числе и руководству Молдовы, что надо менять. Надо менять взгляды на эту автономию. И я уверен, что мы все-таки будем двигаться вперед. Тяжело, трудно. Все новое идет тяжело. Будем надеяться, рассчитываться. И я рассчитываю, что вот такие конгрессы, как особенно вот третий конгресс, как бы всколыхнул гагаузов не только здесь, но те, которые далеко-далеко. В Болгарии или в Греции или в Бразилии или в Канаде. Или, и они, и, конечно, нам здесь тоже надо стараться для того, чтобы не только сегодня и завтра показать на этом конгрессе, что мы есть и что мы хотим, но и работать между конгрессами. Работать, работать и претворять в жизнь решение конгресса.